Сначала это выглядит как обычное офисное утро. Девушка приходит на работу, подходит к столу, но вместо того, чтобы включить компьютер, разбирает его и готовит на процессоре блинчики. В кулере она варит суп, с помощью утюга поджаривает мясо. А еще она может смастерить омлет на горячих щипцах для завивки волос. Ей 23 года, и она известна как мисс Е. Мисс Да. Настоящего имени девушки никто не знает. Впервые ее видео появилось в китайском интернете в 2017 году и очень быстро собрало миллионы просмотров. Некоторые пользователи признаются, что готовы смотреть эти ролики все свободное время. Они заставляют смеяться и поднимают настроение. Таких, как героини этого сюжета, называют новым поколением интернет-знаменитостей. Главная их особенность в том, что они производят собственный контент, привлекающий внимание, и транслируют обществу определенные ценности и образ жизни. В Китае капитализация индустрии сетевых селебрити в прошлом году оценивалась более чем 8 миллиардов долларов. Ожидается, что к 2018 году эта цифра удвоится.